продолжалось кино, но фильм прошел, и экран погас. Сейчас бы скакать по прелям, но обычная жизнь окружает нас. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? 12-22. Я сказал, что я не знаю, что я не брошен. Сегодня я в форме. Только что на этом месте стояла моя ладья. А теперь ее уже нет. Нет, значит, и не было. А куда же она девалась? Вы ее выиграли? Выиграл. На каком ходу? На 15-м. Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Сдаетесь, так и говорите! Товарищи, у меня все ходы записаны! Контора пишет! Это возмутительно! Отдайте мою ладью! Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Дубль один, бриллиантовая рука. Феня, скажи, что у тебя с рукой? Поскользнулся, упал, открытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс. Это я уже слышала. Говори правду, что у тебя с рукой? Я и говорю, упал, поскользнулся. Не умеешь играть, Феня. Что тебе сказал? У тебя там не закрытый перелом. А что? Что у тебя там? Золото и бриллианты. Брось эти шутки, у тебя не закрытые, у тебя открытые. Здравствуйте. Рафаня, сундук украли. И тебя вычеркнули. Я точка, точка, тучка, я вовсе не медведь. И как при этой тучке, понял, прикинь. Я птица вольная, а я хочу, ты даешь, что говорить. Свободу помогаем, свободу помогаем. Составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко обходилась 30 словами. Но! Жуть! Парни! Блеск! Не учите меня жить! Читайте кино! Нет, смотрите кино! И читайте книги, и тогда в вашем лексиконе будет больше 100 000 слов!